Привет всем из Токио! Сегодня видео о летних фаворитах косметики. В этом видео я вам покажу как средства, уже испытанные временем, также и новинки, которые мне понравились в этом году. Покажу вам помаду, которая у меня сейчас на губах. Это новинка от японской марки Suku, увлажняющая линейка, просто потрясающие помады. Абсолютно не имеет никакого ни запаха, ни вкуса. Очень интересная текстура у помады, она как будто гелевая, настолько увлажняющая, она как бальзам для губ, но при этом она абсолютно не течет. У нее не плотное покрытие, но цвет довольно-таки насыщен. И она очень скользящая. Она настолько скользящая и увлажняющая, что я думаю, вот такие вот помады будут находками не только, конечно, для летнего сезона, а особенно, наверное, даже для зимнего. У меня два новых оттенка, которые у меня сейчас на губах. Это номер 14 и также вот такая вот новинка, которая больше подойдет уже для осеннего макияжа. Красивый шоколадный цвет. Помады смотрятся очень яркими, темными в флаконе, но когда вы наносите их на губы, немного оттенок смотрится светлее за счет того, что они имеют вот такую вот прозрачность, немного гелевую текстуру. И покажу вам уходовые средства, которые на меня действительно произвели впечатление. Я им пользовалась весной и летом. Это линейка от японской марки, которая называется Ginza Tomato. Почему я решила попробовать эту новую уходовую линейку? Я вам показывала уже много-много раз во многих видео. Это однозначные фавориты и мои, и ваши. Вы мне пишете очень много комментариев и отзывов. Эта марка выпускает пищевые добавки, в ней очень много патентов, и они сами создают ингредиенты и продают их другим маркам. Так как видео о фаворитах закончилось у меня только за лето, две коробки коллаген из плавника акулы. Это пищевая добавка, которая принимается вовнутрь по одному пакетику в день. Во-первых, она очень вкусная на вкус, во-вторых, она действенная. Действительно становится красивая кожа. Многие, у кого были проблемы с суставами, замечают улучшение. Для омоложения кожи потрясающие пищевые добавки. И также закончилась у меня плацента из розы. Эта новинка несколько месяцев назад вышла в этом году, запатентованная. Это тоже марка Ginza Tomato, и линейка называется Chieko. Эта плацента 100% растительного происхождения, берется из сердца дамасской розы. Также входят пакетики, я принимала по одному пакетику в день. Вот одна коробка у меня полностью закончилась, она абсолютно пустая. И вторая новая, еще не открывала, хочу попить еще раз. Потрясающая плацента, тоже очень действенная, кожа становится увлажненной, более напитанной. И также официально доказано, что вот эта плацента из розы, она в 3 раза мощнее свиной плаценты. Хорошо принимать при стрессах, при больших нагрузках. Я очень чувствовала, когда ее пила, я быстрее засыпала и не так сильно накапливалась усталость в организме. И, конечно, для кожи просто потрясающее действие. Пищевые добавки от этой марки очень популярны, и коллаген, плаценты. Я решила попробовать уходовую косметику также. Сначала я купила крем для лица. Пользовалась им весной и летом, и он мне очень понравился, поэтому я купила еще лосьон и эссенцию. Эта линейка также с той же запатентованной плацентой из сердца дамасской розы. В составе плацента розы, сахарный клен. И эти средства очень концентрированные, здесь нету даже воды в составе. Он у меня практически закончился, вот остался на донышке. Вот этот вот крем я буду повторять обязательно, мне очень понравился, он приятно нежно пахнет розой, и текстура у крема гелевая, но он очень питательный. Средства, они очень экономичные и подойдут даже для сухой кожи. Но в то же время нету никакой жирности, липкости, они очень легкие и они очень концентрированы по составу. Свою оригинальную косметику они добавляют максимум. То есть очень простая упаковка, баночки, я не могу сказать, что они вот какие-то очень сильно люксовые. Лосьон и сыворотка, средства с помпами. Лосьон здесь не жидкий и в нем также нету воды, он в виде геля. Но когда наносите на кожу, очень свежий, очень мощно увлажняющий, рекомендуется для сухой и для обезвоженной кожи. В состав лосьона входит также экстракт плаценты розы, масло дикой розы и даже экстракт клубники. И сыворотка тоже очень увлажняющая, но абсолютно не жирная. В составе также экстракт плаценты розы, очень концентрированный. И древесный сок сахарного клена. Неразбавленный ингредиент. Осталась в полном восторге от средства. И сейчас начала пользоваться еще вот такой вот сывороткой. Тоже это Ginza Tomato, 30 мл входит. Антивозрастная сыворотка, полный комплекс. Носогубные складки, морщины под глазами, обновление, омоложение кожи. Без парабенов, алкоголя, красителей, силиконов и минерального масла. И это самая-самая концентрированная и самая дорогая сыворотка в этой марке. Она просто потрясающая. Настолько кожа становится напитанной, гладкой, выравнивается тон лица. Даже можно не наносить никакую пудру, тональный крем. Серум
кроме в этой сыворотки, 60% веществ запатентованы этой маркой. Плацента из дамасской розы. Используются новые запатентованные японские технологии. Экстракт стволовые клетки из розы. Действует на клеточном уровне, стимулирует клеточный рост. Вот такая вот серьезная сыворотка, действительно косметика будущего. Это самая лучшая сыворотка в этой марке. Здесь просто великолепный, потрясающий состав, который может сделать только маркопроизводитель. Другие марки, покупающие ингредиенты, они просто не смогут добавить такое количество в свои средства. Иначе сложно будет представить, сколько эти средства будут стоить. Эту сыворотку нужно добавлять понемножку. Она разглаживает морщины. Она очень быстро проникает в кожу. Поверх этой сыворотки нужно закрывать ее обязательно кремом. Если вам интересно, то более подробно. Подробный обзор я обязательно сниму, пишите в комментариях. Также летом с огромным удовольствием, вот уже, наверное, третий год пользуюсь вот этими средствами от Kanebo Sensai. Это солнечная линейка, рассчитана для ухода за кожей в жарком климате при высоких температурах и успокаивает кожу после солнца. Это гелевая маска для лица с очень приятным запахом персика. Она здорово успокаивает, освежает кожу, дает ощущение прохлады. Это лето было очень жаркое, поэтому пользовалась этой маской и сейчас продолжаю пользоваться. И эмульсия для тела и для лица. Здесь тоже очень красивая упаковка, хорошие помпы с ароматом персика. Она очень мягкая, прекрасно распределяется, хорошо впитывается и оставляет кожу очень напитанной. Но в то же время она легкая и не ощущается на коже. Нету никакой липкости, никаких неприятных ощущений даже на жарком климате. И для летнего ухода мне понравился еще увлажняющий лосьон гель от марки Kanebo. Это баночка 40 грамм, тоже у меня больше половины уже нету. Эту баночку можно поставить в холодильник, если очень жарко, она еще больше освежает. Легкое средство, как будто лосьон в виде геля, он невесомый на коже и прекрасно подходит вот именно для жаркого климата, для влажного климата. Взять с собой в отпуск, на отдых, так как кожа после солнца требует увлажнения, но в то же время не хочется наносить вот такие вот тяжелые средства. Приятный освежающий запах. Я также показывала вам в отдельном видеообзоре, так что если вам интересно более подробно, можете посмотреть у меня на канале. Защита от солнца. Также фаворитом и любимчиком у меня остается крем от Kanebo Sensai. Мощная защита от UVA лучей и UVB лучей. Защищает кожу от фотостарения. Это крем для лица. Это не только защитный крем от солнца, плюс еще полный антивозрастной уход уже здесь входит. То есть этот крем нужно наносить просто на чистую кожу. Я обычно наношу легкий лосьон и сверху вот этот вот крем. Не оставляет белого налета на коже. Приятный запах, не липкая кожа весь день, увлажненная, но в то же время нет ощущения тяжести. Также эти средства с водостойкими фильтрами. Так что можно брать с собой тоже в отпуск, на отдых. Я использую просто летом в городе. Сейчас погода очень солнечная, поэтому всегда наношу вот такую вот мощную защиту от солнца. А дальше средства для волос. В последних видео было море комплиментов моим волосам. Открываю секрет, что это за новые средства. Это вот такие вот два средства для волос от японской медицинской компании Kobayashi Seiyaku. Они у меня закончились и покупаю я их уже в третий раз. Я покупаю вот такие вот экономичные упаковки, которые можно просто переливать. Сегодня я помыла волосы не этим шампунем, так как собиралась снимать видео и думала либо помыть волосы хорошим шампунем и показать какой эффект, либо показать вам вот этот вот рефил. И не стала его открывать, так как хотела вам показать, как выглядит рефил, очень удобный. Просто отрезаете ножницами и переливаете в бутылочки. Большие флаконы по 500 мл. Это шампунь-кондиционер для объема волос на основе церамидов. Здесь вместо силиконов используются запатентованные церамиды, которые разработала вот эта вот марка Kobayashi Seiyaku. Эти церамиды называются Shitogata-церамиды. И они очень похожи на человеческие. Я вам показывала косметику для лица. Великолепные средства для чувствительной кожи. И как антивозрастной уход. И решила попробовать шампуни. И они на меня произвели очень хорошее впечатление. Сегодня я помыла другим шампунем и вижу, что нету объема. Но когда я использую вот этот вот шампунь и кондиционер, действительно появляется объем и впечатление, что воздух между волосами. Очень волосы очень объемные и очень блестящие. Они, конечно, имеют накопительный эффект, поэтому сейчас у меня волосы, конечно, тоже не в плохом состоянии, но я не вижу объема. То есть вот этот вот шампунь, он действительно дает очень хороший объем. И они не пересушивают волос. Потому что обычные шампуни, которые я до этого пробовала для объема, они высушивают волос.
А эти очень сильно увлажняют и делают их послушными, и не торчат мелкие волоски. А силиконы, они покрывают волосы, делают его более гладким, но они вредны для волос. Здесь вместо силиконов используются керамиды. Они также покрывают волос, и волосы сразу выглядят красиво и объемно, а еще и со временем становятся лучше. Гладкие, очень послушные, просто великолепные шампуни. Здесь также входит алоэ. Аромат свежий, зеленый, подходит как для мужчин, так и для женщин. После того, как я начала использовать эти средства, я перестала абсолютно пользоваться каким-либо маслом, кремом для волос. То есть волосы сами по себе, они очень гладкие, послушные, хорошо укладываются. Под видео я оставлю ссылку на магазин с международной доставкой из Токио. Средства от Кобаяши Яку не представлены в других странах, поэтому их можно купить только из Японии. И также я вам показывала уже тоже в отдельном видео, делала полный обзор, что улучшает еще текстуру волос. Конечно, это тоже мой фаворит. Это душевая лейка с витамином С. Здесь используется безопасный пищевой витамин С. Можно пользоваться всей семьей, естественно, и детям. Качество воды, конечно, очень влияет на кожу, на красоту волос. От хлора портятся волосы, становятся более безжизненными. Эта лейка подходит для разных стран. Также в ней есть переходники. В лейку отдельно засыпается витамин С. Я пользуюсь и в Москве, и в Японии. Улучшает волосы, улучшает кожу. Полностью убирает из воды хлор, который плохо влияет на волосы. Обогащает воду витамином С. В душевой лейке есть фильтр. Ионизация воды, минусовой отрицательный ион в 20 раз больше, чем в обычном душе. Компания-производящая называется Aramic, и сам душ называется Ionic Plus Vitamin Shower. Японский производитель, здесь, конечно, гарантия качества. Также здесь экономия воды. Здесь несколько дисков, очень-очень мелких отверстий. Поэтому вода, она получается очень мягкая, воздушная, она как облако. Вот такая вот душевая лейка, это, конечно, просто находка. Я показывала вам несколько раз и снимала отдельное видео. Использую для волос вот такие вот щипцы от японской марки, которая называется Crate Ion. Они абсолютно не портят волосы. Это технологии, которые делают волосы более гладкими и более блестящими. Буквально стоит один раз провести плойкой, и волосы смотрятся намного-намного красивее. Также в этой марке есть утюжки, которые выпрямляют волосы. У меня они в старом образце. Вот этому утюжку уже, наверное, лет 10-15. Кто-то в комментариях мне написал месяцев через 6, как я сделала обзор на вот эти вот новые щипцы. Пользуюсь ли я еще этими щипцами? Конечно, я ими пользуюсь и буду пользоваться еще лет 10, либо пока не выйдет новый вариант. Старый вариант щипцов, он был с керамическим покрытием, здесь более современное новое покрытие и также силиконовая вставка, которая не дает скользить. Щипцы подходят для всех стран, только нужно к ней купить переходничок. Отличная вещь, пользуюсь много лет. Здесь есть регулятор температуры, подойдет для любых волос. Моментально нагреваются, хорошие очень щипцы, фавориты не только лета, а многих-многих лет. Это все мои самые любимые средства, которыми я пользуюсь для волос. А на этом я заканчиваю видео. Когда я собиралась снимать это видео, за несколько дней я стала собирать свои фавориты. И абсолютно не собиралась снимать видео о японской косметике. Но, как видите, 99% всей косметики это была японская косметика. Но я вам показала действительно, что мне понравилось, что на меня произвело впечатление. Пишите в комментариях, пробовали ли что-то из этого, как вам понравилось. А я на этом с вами прощаюсь. Всем до свидания из Токио.